Срочные сообщения приходят в эти минуты из Украины. В Луцке неизвестный захватил городской автобус и взял в заложники приблизительно 20 пассажиров. Известно, что у преступника есть огнестрельное оружие и взрывчатка. Власти окружили захваченный автобус полицейскими кордонами и призывают горожан держаться подальше от места происшествия. Свидетели сообщают о том, что из автобуса доносилось что-то вроде грохота выстрелов. Полиция это пока не подтверждает. Тут перед брухин закрытый. Появились кадры, на которых запечатлен предполагаемый террорист. Внятных заявлений он пока не сделал, требования пока не выдвигал. Как отметили в МВД Украины, мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован. Сообщается также, что до этого он находился на психиатрическом лечении.